Мы сегодня с вами начнем новую серию видео по книге «Притч Шломо», по книге Мишлей. И в этой книге чуть больше 900 стихов. И я не думаю, что мы будем переводить все эти стихи, но я хочу на каждом уроке обычно брать по одному стиху. Иногда, может быть, если несколько стихов связаны, в книге Мишлей обычно каждый стих он по отдельности. Это именно притчи, каждая притча не связана с предыдущей и со следующей. Но бывает, что есть два или три стиха, которые связаны. Бывает, что есть разные интерпретации, если стих как-то связан с предыдущим или нет. В начале книги Мишлей есть целые отрывки, когда по много стихов подряд связаны между собой. Но большая часть книги — это отдельные стихи. Получается, если в среднем изучать по одному стиху на каждом уроке, это нужно будет 900 с чем-то уроков. И это будет 3 года изучения, даже если делать по уроку в день. Но я уже сказал, что я не буду выбирать каждый стих, но постепенно, Безрат Ашем, я думаю, многие стихов книги Мишлей мы сможем с вами с помощью Всевышнего обсудить. Кстати, для тех, кто в принципе интересуется, а сколько вообще стихов во всем Танахе, если изучать, например, стих в день, мы когда-нибудь это закончим. Что интересно, есть мидраши, которые это обсуждают. Вообще, если посчитать человеческую жизнь, как 70 лет, например, с чем-то, ну, обычно самые маленькие дети еще не читают стихи Торы, но если дожить, например, до 75, скажем, и с 5 лет уже изучать Тору по одному стиху в день, то окажется, что как раз можно, изучая примерно стих в день, закончить весь Танах. Да, в Хумаше стихов 5800 с чем-то, как известно, это меньшая из трех частей Танаха. Потом в Невиим стихов 9000 с чем-то, и в Ктувим около 8000. Всего получается, что порядка 26 где-то тысяч стихов. В основном случае, примерно это равно как раз количеству дней 70 с чем-то лет жизни. Так что если изучать стих в день, Талмуд вообще, то есть Мидраш вообще заключает, что это похоже, нужно изучать по 2 стиха в день. Но там, возможно, они включают не только стихи Танаха, но еще какие-то изречения, то, что они называют из стихи Хицоним, может быть, имеется в виду какие-то части устного закона тоже. В всяком случае, если изучать просто по одному стиху в день, то теоретически мы можем закончить весь Танах. Но сейчас мы такие грандиозные цели с вами не ставим, только попробуем пока изучать книгу Мишлей, отдельные стихи. И начну я как раз со стиха, который в каком-то смысле ключевой по отношению к и изучению Торы, и обучению Торе, и вообще по отношению к нашим разговорам. А именно в 10 главе, 19 стих. «Беров дворим, лоих даль пеша, паша». Ну, здесь, когда середина стиха, это нахта, знак препинания, то меняется гласное. Да? Паша — это пеша. «Вехосех сфатав маскиль». Во множестве слов невозможно избежать греха, пеша, это бунт, да, серьезных нарушений. Да. Когда много говоришь, невозможно избежать греха. А вот тот, кто удерживает свои уста, да, сжимает рот, он мудрый. Интересная идея, да, что главная работа человека в этом мире, как говорят наши мудрецы в трактате Хулин, это держать язык за зубами, как говорится. Есть такой мидраш тоже в трактате Арахим, что Всевышний говорит, я, говорит, язык уже поместил и так, за две стенки, и зуб, и губ, и все равно он высовывается, да, и говорит то, что не положено. Вильнинский Гаон считал, что даже в отношении изучения Торы и обучения Торе нужно быть кратким, насколько возможно. Заметьте, он из всех комментаторов наиболее краткий. Он всегда все объясняет очень четко, но очень экономя слова. Есть, приводят от его имени, кстати, вот как раз по отношению к Мишкану. Вы знаете, там говорится, что покрытие Мишкана, оно будет тисрах. Тисрах — это такой кусок этого покрытия был прямо влачился, что ли, по земле, по некоторым мнениям.
Так вот, объяснял Вильнинский Гаон изречение Талмуда. Талмуд в конце Санхедрина и в конце Соты обсуждает, насколько в конце дней поколение будет испорченным. Все будет очень плохо, говорит Талмуд, в конце дней. Предсказал Талмуд фактически ситуацию, похожую на то, что у нас сегодня, в общем, уже происходит почти 100 лет, да, с времен, по крайней мере, с времен Первой мировой войны. Еврейское, лицо еврейской нации превратилось в лицо собаки. Одна из вещей, которая произойдет, говорит Талмуд, это Хахмат Софрим Тисрах. Мудрость мудрецов, Софрим, это знающих, Тисрах. Обычно мы переводим Тисрах как что-то, что будет гнить, вонять. А Гра говорит, что еще подсказка здесь, что мудрость мудрецов будет как вот эта крыша, которая влачится по земле, очень длинная, лишняя часть крыши. Что также и мудрецы в том поколении будут все очень долго описывать, что книги будут слишком много писать длинным образом, да, не кратко и ясно, а очень долго. Это действительно очень видно сегодня, что пишут целые огромные книги, издают, особенно когда еще переводят на английский, и растекаются маслом по древу и объясняют простые вещи, которые можно было в одном-двух предложениях объяснить, объясняют очень долго, и вот уже скучно читать, то есть пока дойдешь наконец до этой жемчужины, которая должна быть, да, которую должен человек выразить, то столько всего прочитываешь, почему невозможно сказать более просто и ясно. Вот, это, считал Вильнинский Гаон, будет одна из проблем. И без сомнения мы это видим. И интересно, что наш стих «Бюро дворим лоих даль пеша» Равад, Раби Авраам бен Давид, в своих осагот, в своей критике Рамбама, использует против самого Рамбама, при том, что Рамбам сам считал тоже, что нужно писать все очень коротко, что мудрый человек, говорит Рамбам, он пишет мало слов и много информации, а глупый наоборот как раз, много говорит и ничего там, да, почти не содержится. Так вот, при том, что Рамбам наверняка экономил слова и писал все очень точно, говорят, золотой язык Рамбама, и все равно Райвад в одном месте нашел возможность критиковать, когда он поспорил с одним из псаков Рамбама и сказал, что «Бюро дворим лоих даль пеша», что много здесь написал, а ошибки не избежал. Представляете, даже Рамбам не избежал критики Райвада в том, что иногда использовал лишние слова, которые можно было бы избежать. Так что можем сказать мы? Но, конечно, это не главная работа наша, чтобы слова Торы говорить коротко. Если бы люди говорили даже про слова Торы долго и подробно, хоть это все-таки слова Торы, пусть даже он говорит очень много лишнего и не объясняет так же четко, как мог бы, но это хотя бы слова Торы. Гораздо больше нужно работать над тем, чтобы не говорить запрещенные слова. Вот это действительно «Бюро дворим лоих даль пеша», да, простой смысл стиха. Что если много говорить, почти невозможно избежать запрещенных слов. Если человек не будет просеивать через ситце то, что он произносит, как говорил Рабби Элимелех из Лиженска, просеивать через 13 ситец каждое слово, которое произносит, каждую фразу, да. Говорят, что Хафец Хаим однажды увидел, как какой-то богач составляет телеграмму и экономит каждое слово, думает, как написать покороче, чтобы не писать, чтобы не платить. За каждое слово приходится платить, чтобы поменьше платить. Так Хафец Хаим сказал ему, что хорошо бы, если бы так же точно и в отношении лошон хара, да, и в отношении вообще разговоров люди бы каждый раз думали каждое слово, прежде чем произнести, пытались сэкономить, не сказать лишнего, то, что запрещено сказать. В общем, одна из главных наших целей в жизни – это следить за языком, особенно для тех, кто по природе болтливый. Есть люди, которые молчаливы по природе, к сожалению, я не один из них, но те, кто молчаливы по природе, им немножко проще, а вот те, кто болтливы по природе, им очень трудно не сказать запрещенного. И вот это наша работа в этом мире, в том числе следить за языком. Но, как говорит Талмуд дальше, та агада, которую я процитировал из Хулина, что могли подумать, что это раз и работа наша молчать, так мы должны во всем молчать. Нет. Есть случаи, когда нужно говорить. Да, слова Торы, например. Да, без сомнения, язык имеет огромную силу, как в другом месте книга Мишлей говорит. Мавит вихаем бияда лашон. Да, у языка и сила жизни, и сила смерти. Можно и плохое, и хорошее. Ведь языком можно добиться очень многого хорошего. Не зря это называется брита лашон в Сефер Яцира, в книге творение каббалистическое, да, это союз языка. Язык можно использовать и в хорошую, и в плохую сторону. Как все, что можно использовать для плохого, можно использовать для хорошего. Язык, он централен в этом отношении. И да будет угодно Всевышнему, чтобы мы все заслужили сохранять брит халашон, союз языка, как положено, и чтобы использовали свой язык
для целей, для которых Всевышний его создал. Закончим это еще одной агадой из Иерусалимского Талмуда, трактата Брахот, что Раби Шимон бар Йохай там говорит, что он хотел бы, чтобы у человека было бы два рта, чтобы он мог заниматься Торой все время. Одним в том все время говорит слова Торы. Потом говорит, да нет, если бы, говорит, было бы два рта, они даже с одним в том столько говорят запрещенного, столько доносов, столько нехороших вещей говорят, так что было бы, если бы у него было бы два рта?